Не секрет, что Турция куда более радушна и гостеприимна, чем Европа. И она всегда будет идеальной страной для молодежного и студенческого отдыха. Подробности в нашем новом ролике. Аланья. Широкие возможности в сфере сервиса, насыщенная клубная жизнь и масса других развлечений. Все это делает Аланью одним из лучших курортов для молодежи. Приехав сюда веселой компанией и поселившись в популярном хостеле, можно отлично проводить время, совмещая спорт и зажигательные вечеринки. Знаешь хорошие молодежные хостелы в Турции? Поделись в комментариях. У молодежи популярны пляжи района Афсалар с мелким и чистым песком. Многие обожают район Махмутлар, окруженный банановыми рощами и богатый на живописные пейзажи. В Аланье хорошо развит прокат велосипедов. Есть множество предложений по конным турам и пешим походам. Для любителей бесконечных тусовок подойдут отели, расположенные в самой Аланье или Абагёле. Кстати, на что тут однозначно стоит посмотреть, расскажет наш ролик «Достопримечательности Аланьи». Белек. Несмотря на цены повыше, молодежный отдых в Белеке пользуется популярностью благодаря чистейшим пляжам, а также аквапарку «Троя». Именно в Белеке часто проводят тренировочные сборы известные спортивные клубы, например, «Спартак» в феврале 2022. Анталия. Тут возможности для молодежного отдыха просто огромны. Работает множество отелей и хостелов разных ценовых категорий и просто невероятное количество ресторанов, магазинов, пляжей, дискотек и ночных клубов. Любители активного отдыха найдут здесь все мыслимые водные развлечения и виды спорта, которые только встречаются в Турции. А еще Анталия славится своим аквапарком, одним из крупнейших на побережье. Мармарис. Он год за годом набирает все большую популярность у молодежи. Днем турецкий курорт предлагает всем молодым и активным свои фитнес-клубы, спортивные площадки, бассейны, хамамы и сауны. С заходом солнца возможностей меньше не становится. Шумные дискотеки и живые концерты собирают толпы молодежи. Популярность Турции у молодежи также связана с продуманным отельным маркетингом. Дружные компании часто размещаются в клубных отелях с большой территорией, где можно весело отдыхать, не мешая другим постояльцам. Многие отели располагают весьма продвинутыми аквапарками, что особенно по душе любителям активного отдыха. Узнавай свежие новости о Турции в нашем телеграм-канале. Turk Estate. Осуществи свою мечту. Живи у моря уже сейчас.